Сегодня был в магазине и случайно увидел семена физалиса. Это такое вьющееся растение, ни разу никогда его не видел, но хочу посадить. Вот семена. Сейчас засыплю землей, полью водой и посмотрим. Это физалис мармеладный, физалис десертный, физалис ананасовый. Вот, читал инструкцию. Пишут, что очень полезная штуковина. Можно и так есть, можно мариновать, делать варенье. Масса плода 30-40 грамм. Высота физалиса до 1,5 метров. Со вкусом слива физалис. Посмотрим, что получится.